Около 5:45 все было хорошо. Ждал чаепития. Сэр, вы в порядке? Я будто сам не свой. Это сделал хозяин бара. Мы пытались не дать ему убить себя. Сэр, на дороге перед вашим домом женщина. Знаете, что с ней случилось? Мне страшно. Сэр, откройте дверь. Оно вернулось за мной. Вы меня впустите? Оно в доме. Тут, в доме. Есть кто? Прием, тут что-то атакует людей. Это трудно объяснить. Ты видела их размеры? Дельта Танго, ответьте, прошу. Кажется, они блокируют рации. Эти твари там. Просто стоят и смотрят. Что происходит? Чем ближе они, тем безумнее ведут себя люди. Мне кажется, они пробрались внутрь. Надо бежать отсюда. Срочно! Они идут! Думаю, мы следующие.